Герои неба. Талгат Бигельдинов, летчик-штурмовик. Единственный ныне живущий дважды герой Советского Союза, получивший это звание в годы войны. Бигельдинов начал воевать в 43-м году. Уже через два года в его активе было 305 боевых вылетов, 7 сбитых самолетов, много уничтоженной техники и живой силы противника. Бигельдинов одним из первых применил тактику активного боя штурмовика с истребителем. Ее взяли на вооружение сотни советских летчиков. Однажды, возвращаясь с задания, штурмовик вступил в неравный бой с целой эскадрильей. Советский летчик был сбит и оказался в тылу врага, но сумел добраться до своих, которые уже считали его погибшим. Талгат Бигельдинов – участник Парада Победы 1945 года и автор нескольких книг. Именем Талгата Бигельдинова названы несколько государственных учреждений. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.